Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Шестрила, Димка и Терентий. И мы продолжаем играть во что? Borderlands. Всем привет. Да, привет. И как бы нам надо найти друзей. Но сначала Иридий потратить весь. Чай. Подожди, он сказал, сука. Я просрал все только потому, что мне как бы некуда его больше девать. Такс. Сюда? Может, она, кстати, откроет тот сундук, который мы... Не думаю. Вот тут можно продаться, если что. Смотри, сейчас я открою. Димка, что там я выиграл? Синее. Ракетница. Это базука. У меня, кстати, тоже какая-то есть. Нет, не она. Вот здесь она должна быть. Да. Вот это вот она. А, вот такая. Жарю. А, мне. У тебя какое-то дно. Ого, видел, как я ее перезарядил? Я еще это я тоже перезарядил, кинул туда. Да, смотри, я даже... Ячейка для... доп. Оружия. То есть 4 оружия уже? Глава 11, заповедник. У меня новая снайперка, и мне ее выиграл кто? О, да, 4 оружие можно. На автоматах. Да, у меня ее украл он, на самом деле. Я даже не успел ее взять. Ну... С вами хоть не это, не играй на автоматах. Они тоже не верят этой, которой, помнишь, тёлка с волосами? Не нравится. Вот она, она на экранах. О, красавица. Не, на самом деле она... Плохая. Да, она всегда была плохой. Раздолбайстер. Ключ от хранилища находится в отсеке, защитные щиты падают, надо готовиться к суперскачку. Это основной квест? Да. Это типа стена смерти. Надо наполнить чистой термозвуковой энергией. То есть есть еще и грязная термозвуковая энергия. Окей. Стена смерти, да. Окей. Вторая линия обороны. Бункер оснащенный. Это напоминает мне квест Клаптрапа про камни там. Да, пока подеремся. Давай. У меня тоже есть. Если что. Ракетница его. Да. Там очень сильный сюжет. Просто под себя стреляет. Ого, слышишь, я перезарядился, мне все щиты стекло. Я перезаряжаю и запускаю еще одну ракету, вообще отлично. Классно драться. Так, ну все плохо. Я выиграл. Не факт. О боже, почему я мёртв? Ты выиграл, но тем не менее ты умираешь, и шестрия не поднимет. Не поднимай его, он же выиграл. Я выиграл. Пусть денег потратит. Это вообще ничего. Ты только думаешь о себе, Тайр. Да. Отправиться в гиприонский заповедник. Только сначала отличиться у доктора Зеда, а то у меня хпшечка такая, немножко просевшая. Жастин. Бибер. Почему сразу ассоциация? Танис, как всегда, что-то втирает. Не интересует. Да. Не хочу твой квест. А, она дальше продолжает. Бла-бла-бла-бла. Запускаем, Димка, запускай. Подожди, не запускай. Почему? Мы не взяли все дополнительные. Зачем мы, нам? Мы их даже выполнять не будем. Да, мы их не взяли. Я не мог. Знаешь, как бабка старая, там надо набрать побольше. Мы взяли все квесты. Милок, подожди, куда спешишь? Мы их не сделаем, главное забрать. Полные квесты, мать его, на 16 уровень. О боже мой, вы издеваетесь. У нас даже день рождения железяки. Взять приглашение. У нас квест на время. Ну вы издеваетесь, ну серьезно. А, нет, нормально все. Может, все-таки по основному пойдем? Конечно, по основному. Я не, знаешь... я не могу переключиться, потому что Терентий берет квесты. Прекращай, выгони его. Я уже все взял, расслабьтесь. Можно канцелить, Шус? Там, ну, удалить квесты эти. Так, я все-таки, наверное, оставлю Razer. Мне Razer очень по душе. Так.
задержка будет. Так, ладно. Запускай, Димка. Не хочу я Стайра запускать. Сейчас он в другом городе наберется. Хватит на первый левел. А как отправиться? Вы уверены, что туда отправились? Наверное, но там стоит точка. Я перепрыгнул. А ты что, тоже типа под Рейзера косишь? Нет, ты под меня косишь просто. Насос. Я первый поставил. Насос. А ты все время меня копируешь. У меня давно было ужас ночи. Димка все время меня копирует. Ну да. Постоянно пытаюсь. Только этим и занимается. Мое хобби. Только моя, на самом деле, цель жизни копировать тебе. Ну ладно, но мы никому не расскажем, не переживай. Да, никто не узнает. Вообще никто. Вообще, точно, ты обещаешь? Я запикаю все. Ощущение будет, что мы материмся. Я никогда не поплик для стрелу. Димка всегда меня пип. Да я, моя цель жизни тебя. Пип! Я первый поставил, а ты меня пип-пип, да? Да я первый пип. Пойдем. Потом мы вместе друг друга. Пип-пип. Это я тебя пип. Куча роботов. Да. Ой, ёпт, ё-моё. Что вы творите? Да, эта снайперка по скорострельной мне больше по душе. Вот ей помню. И от бедра она. Кто выиграл ее? Я. Кто король? У меня же. А кто ее украл? Это уже второй вопрос. Опять ты меня копируешь. Опять ты меня пи. Опять ты мою вещь воруешь. Ты меня пи. Демон. О, подожди, 100% что-то есть. Какая-нибудь фишка. Например, заповедник. Не-не-не, смотри. Есть труба, не зряшь. По-любому что-то есть там, где мы вчера убивали этого. Не, есть труба. Такого червяка гигантского. Например, там будет лохнесское чудовище, Димка, да. Ноу. Ого. Какая штука. Пистолетик какой-то. У меня снайперка. О, можно поездить, по-моему, тут. Так, я чуть не... А, все правильно. Так. А, окей. Не, какой стандарт? Жевательная резинка. Разместить машину. Телепортироваться в машину. Я за рулем? Слава богу. Наконец-то опытный водитель. Вон там квест дополнительный. Должен взять. Китаец какой-то, квест. Серьезно. Не, по хорошему счету, нам, по-моему, в ту сторону и надо, как бы тут не проедем. Мне нравится взять все квесты, а потом что-то... там проходить, не проходить, это уже другое дело. А смысл? Ну, выбирать их, сидишь, смотришь, какие А-а-а. Интересные. Это не Fallout. Даже просто фишка в том, что мы уже 21-й, а делаем квесты на 16-й. Да, это и да. Все равно ты еще набираешь их побольше. И там, главное, айтемы дают очень жесткие, очень, прям вообще. Что даже самый... рулетку больше шансов играть. Но ведь главное не в айтемах. Да, убить 120-30 крипов там. 120-30 крипов. И получить это, там пистолет. Новая математика с Димкой. 120-30. Это Димка тебе не линяга, здесь таких квестов нету. У нас уже была веселая физика с Шустрилой, не помню когда, но это было... По-моему, там сколько людей потребуется, чтобы зарубить с топора 17 человек на скорости какой-то там. Гиперионский заповедник. Что-то мне кажется, тут будет очень много живности. Ставлю пятерку, что там будет коротыш в вольере. А если не будет, мы сами его замутим. Конечно. Димку посадим. Нормально. Смеемся вместе. Я сюда ставлю закадровый смех. Димкин саркастический закадровый смех. Реально, нужно найти закадровый смех и вставлять. О, кстати. На каждую Димкину шутку заставить. Блин, как они мне надоели эти... Ой, ну ты и урод, у меня ачивка была. Это Мордекай стреляет? Что это? Да, вон он. Точно он. Йоу. Я его не вижу. А, боже, он там стоит, это не важно. А вот таким... А, вот. Нам же сюда. Короче! Здрасте. Базукой в голову. Здрасте. Вот тут еще проблемы.
Почему вы туда пошли? Тут птички. Потому что, да. Здесь и кольца тоже выглотят. Хотят плеваться. Да Тайр бегает там по кустам. Слышь, а Rocket Jump в игре есть? Нет. Ты взрываешься, когда стреляешь по себе с мощной ракетницы. Черт. Это я бы к тебе залетел сейчас. А. Но пока что все чисто. Ну, о, какой-то маяк. Короче, я пошел к МРДК. Свет так красно. Это. Да, обратите внимание, сейчас попробую показать вам. Ну, уже нет. Там свет так падал классно от огня, который горел. Прям как надо. Боже мой. Раки, пацаны, АП. АП-ТД. ЕМ. ЕМ, да, ЕМ, точно. Постойка был Таура. О, братцы. Смотри, купол, купол. Вот тут типа Void. Я ничего не вижу. Димка, Димка, видишь схему? No. Живоглот, Искаги, а потом купол. Купол, да. Слушай, здесь раки сделали план. Где купол? Здесь, короче, они идут. Искаги, а, да, смотри. Силы фашизма подходят там. Я понял. То есть, смотрите, вот фонтан, типа, с фонтана идут на Рошана. С Рошана продвигаются в лес, юзают смоук. Там бой стоит купол. Купол. Да нас купола не наблюдают, ты убиваешь. Вот Рошан, что красный. О, пацаны, вы знаете, идите-ка, я здесь останусь, как такая. Чувствую себя на миллион. Я вижу там вообще все. Спасти кровокрыла. А, у него украли ворону. О, no. О, пошли сюда, маяк, Тайр. Какой маяк? Куда? Ну, зачем? Не знаю, здесь грубо. Лень, иди правильно, ты правильно шел. Здесь своя атмосфера. Подожди, да. Там маяк. Здесь сейчас откроется. Есть мнение, что это тоже гиперионская хрень. Димка, за тобой, вот пацаны злые. Где будет куча роботов? Мне не нужно... Идиот. Ладно, пошли, я открываю. Главное мы проверить. Чем-то напоминает, когда он решал головолом. Я уже стреляю по грузчикам. Еще даже на карте нету. Ну, а я уже там накоцал одного. Фак. Я умер. Вот ты сейчас будешь идти, Терентий, слева от тебя будет большой гараж со входом. Там будет грузчик набитый. Вот сейчас впереди контейнер, слева от тебя будет сразу дом со входом. Вот там будет грузчик. Видимо, нельзя плавать в фонтанах больше. Да. Кто знал, что в нем несет потоком. Что? Кто? Бьет? А? Кто-то тебя достал? Я не знаю. Привет. Как будто рта по мне вгасила. Она да, меня крабль. Она меня издеет. Наводчик контужен, разброс увеличивает. Капитан срет говном. Так, открываем. Выпускаю грузчик. Ой, Димка, что ты сделал? Зачем ты нажал эту кнопку? Пацаны, там... не надо, наверное, да? Там грузчик-бульдозер, и он по мне стреляет. О, мордыкает. О, хороший снипа. Давай смотри. Смотри, как я могу. Меняемся, да? Ты же мощно, смотри, прям в глаз ему. А ты слабак, мордыкай. Ой, вообще, это ты знаешь выстрелом. Слушай, чего я его так мало коцаю? Это из-за расстояния, что ли? Нет, вон инженер в голову получил на 200. Там какой-то грузчик-бульдозер. А, я ему в щит стреляю, вот он и чё. О, у вас там война пошла? Я даже не видел. Ты в щит стреляешь и слышишь там, не пробил. Ага. Броня не пробила. Я там просто... Старайся их не убивать. Что-то Мордекай сказал мне. Короче, мне что-то... А, если мы много убьем, то будет еще больше. И что нам нужно сделать? Будет. А, наносить повреждения. Их нужно только надамажить. Я его поджег нечаянно. Во! Короче, нужно их надамажить. И... Есть. Чтобы он выжил. Ну вот, гранату кинул меня. Ё-моё. Сейчас я поврежду еще парочку. Дайте мне парочку. Всё, я сделал. Какого? Reinforce. Проникнуть на территорию, давайте. Я зашел. Вот там будет инженер, я его постараюсь сейчас достать. Есть.
И грузчик стоит. Грузчика я вообще не пробиваю, у него там щит, сами с ним разберетесь. Зато всех остальных нормально. Мурдыкай, дай-ка. Ну, вроде пока неплохо. Какой-то взрывной. Мордекай псих. Как там у вас? У нас все. Мне прям в голову прилетело только что. Воу! Ай-яй-яй. Сзади вас там стоит грузчик и, блин, шьет сюда вообще по-черному. Какие-то летающие хрени. Пытаюсь вынести. Они ремонтируют, кстати. Оу, щит, вот это попадание. Убейте грузчика, он стоит прямо вот к морю. Посмотрите в ту сторону, откуда вы пришли. Да, вот это вот он. Ой-ой-ой. Это печально, кстати. Я встаю. Ой-ой. Я тоже. Слава богу, нафига я спустился. Ну ладно. Того. Надо продвигаться дальше. Тебе по-любому придется. Мощный грузчик. А я уже бегу. Видели, как он бьет? Какими-то вентиляторами бьет. Вентиляторами? Да. Депиляторами. Дезоляторами. Дезоляторами. Подожди, Димка, ты убежал, а тут есть сундук. А тут есть инженер. Красивый, но его нужно найти, как выключить. Ага, а я вижу уже. Невозможно. Откуда здесь роботы? Давай, Димка, на скорости надо. Быстро. Подожди, я его убью сейчас. О боже мой, Димка! Дезолятор! Да, родная атмосфера. Я пытаюсь... Открылась? Открылась? Да. Есть. Зеленая что там, Димка? Ракетница. Я возьму, продам. Я возьму гранаты. Пошли. Аж как там шустрило без нас. Мне вообще все огонь. Это граната была там? Так, ай, ой, там. Больно. Подошел. У меня походу борода, но я встану, я надеюсь. А тебе не борода. Ну естественно. Но слил хп нормально. Я всегда бегаю на лоу. Прикольно тебе. Слабый Димка, добиваешь за него людей. У меня патроны в двух пушках закончились. Добро пожаловать в заповедник каких-то там животных. Во, это парк юрского периода начинается. Сломанный забор. Там рыгач! Терентий, за твою спину рыгач! Безбашенный корзинный скак. Сашка! Я убил рыгачка. Сашка может. Ай-яй-яй. Там другое, это взрывы. Я сразу встал каким-то образом. Другой щенок. Я безбашенного скага почти отнаплял. Он на кого-то наплевал. О, левел ап, нормально. Ты. С него гранаты. Мод крутой заберу на меня. А, или на меня, на ассасина. Сейчас что посмотрю. Дает? Сейчас посмотрю. Командная дает что-нибудь? Сейчас посмотрю. Так, все спокуха, но я вижу квестовую штуку. Так, класс. Класс на ассасина. Пистолет, скорострельность, пистолет, яркость магазина, скорость подзаряд. Забудь. Новый левел. Да ладно. Кровь. Я все думал, когда же это случится. О, я нашел. Не трогай! По рецепту врача. Ну опять ты все испортил. Что? Запись. Джек знает, что мы здесь. А, или это запись? Это запись. Да ладно, Димка, ты прощен. Что ты забрал уже? Для меня. Знадовец. Мы ему даже помогли в чем-то, прикольно. О, господи, сюда идет невидимый человек. Ну, или это что-то, я не знаю, это ебака невидимая снова. Че у меня так ФПС садится? Непонятно. Короче, сейчас весь заповедник вырежем.
Все редкие виды. Раки там уже летают, они походу по стратегии сейчас сыграют. Сейчас купол. А вон и купол, да. Мы, у них все идет по плану. Да, уже там будет. Слышь, что это за медленная хрень с вентиляторами? Охлаждает. Если она подойдет близко, то будет больно. Мне все-таки по страте решили напасть. Да, там, я создал. Хвостол. Тут невидимка еще. Где от меня? У нас тут ПВП. Я его зажег. Где? Чьи-то. Ты рогачей убиваешь? Да. Интересно, течением снесет? Нет. Там невидимка. Он здесь. Яйца висят. Труба он нереальный. Да. Да, этот. Купол. Вот смотри, что-то растянули. Пошли посмотрим. Я решил вопрос с ФПСом, короче. Что было? Ютуб был. А что это за хрень такая? Это похоже на тавр. Это алтарь в приношении карли. Именно. Вот, Шус, тебе чистая запись смеха на задний план. Вырежешь. Это будет авторские права, закроет канал. Точно, вот блин. Димка, ну не надо, ПЛЗ. Нет, я решил. Мы напишем. Все права Димки. Да. А я подам на вас суд, там, или мы, что мы ничего не имеем. Что надо делать, Шус, подскажи мне. Сейчас, не вопрос. Могу подать на тебя в суд? Конечно, можешь. А, ну вот, отлично. Но я тоже могу подать на тебя. За то, что ты используешь мои права. В суд. Патрончики. Граната какая-то. Галимый мод, а тут у нас снайперская винтовка, урон стрельбы, емкость щита. Не очень. Ну, кстати, прокачаться ж надо, что-то я забыл. Вот это жесть, у меня ракетница. У меня будет сексуальный тиранозавр. Жду не дождусь. У меня уже скорость полета пули плюс 100. Я просто нажимаю, она уже там. Как в КС. Образцы шлака собрать. Надо собрать образцы шлака. Это нам на спасибо, Йоу. Ого, ракетница 2500 дамага. Просто пшш. Да, боже мой, они походу это инвин покупают. Дядька. Ого. Войт все-таки поставил купол. Да, и мы в нем. Когда он невидимый, его даже не коцает, прикинь. Коцает. Нет, не коцает, это инвул. Не коцает? Чуть-чуть. Просто ты не попадаешь, может. Ой, уйди. Так, ну грубо говоря, купол купол. Так, по нам стреляют с орбиталь. С орбиталь. Это ракеты летят. С орбиталь. Да. Орбиталь. Я потом исправился, харе уже. Нет. Это клеймо Терентий на всю твою жизнь. Через 10 лет позвоним. Как орбиталь к Терентий. Я такой, нет! А, эти вентиляторы отбивают пули. Патроны есть? Две штуки, этого хватит. Нет, не хватит, к сожалению. Не коцает он, видит. Я забыл, как эта базука перезаряжается. Мощный грузчик. Нет. Тут безбашенный живоглот, это нормально? Грузчик. Что нам делать? Тут какой-то... Да. Шлака какие-то.
Так собирай их. Где взять? Дай. Не знаю, спереди или не зря. Я уже это понял. Он что-то заряжает. Ай-яй-яй. Я лил левую руку, сейчас правую. Ну да. Кто упал? Я. Встанешь? Сейчас посмотрим. Буду пилить его до последнего. Перезарядка. Димка сейчас добьет, смотри. Береги. Револьвер классный вообще, такой чистый. Скорость стрельбы с револьвера ограничивается лишь скоростью нажатия тебя по кнопке мышки. То есть скрипт и вперед. Да. Я знаю, что это. Я играл в Phantom Conundrum. Пустите меня. Там пилюля легкого веса на этом, на кресле. Смотри, какой красавец. Я умею. Это как я помню картинка, видели, Стив Ирвин стоит, там из лифта крокодил выходит, и он такой: Дим, отойди, у меня есть опыт. Все в порядке. Вот этот сундук. О, здесь что-то. О боже мой, отсюда выпрыгнул реактивный грузчик. О боже мой, Терентий, у нас бита. Кидает. Как калиберный реактивный грузчик. Все взорвется. О! Вот это что-то. Подопытный какой-то. Еще один номер. Да, блин! Димка, нахрена? Что ты сделал? Он выглядит. Их там уже больше, чем один. Они не размножаются. Слава, хорошо, я взял базуку. Да, нормально, можешь продолжать, когда будешь готов. Все, уже готов. Ты молодец, заставку приехал. Поздоровайся. Что там по времени у нас? По времени? Да. Не знаю. Ну ладно. Ты не засекал? Нет. Мы так долго отошли. Что? Там пока тайра дали, потом все. Образцы, раз, два. Ааа, маленький ублюдок! Пройдем квест и закончим. Так, мы взяли ту штучку? Душу! Иди сюда, мать твою! Гоу. Чувствую, сегодняшняя серия будет такая нормальная. Безбашенный живоглот. Я их вообще терпеть не могу. Сами их там... Откуда у них вообще щиты? Это же живоглоты. Ну. Да, у всех живоглотов есть щиты. Есть щит с рождения, да. Мама дарит. На первое... сентября. Ай. За нами идет чувак, это нормально, да? Да. Да ёкалы мне! Так, а нам сюда. Нет, пожалуйста. Да. Да. Вот, ой, я еще что-то нашел. С фокусом. Живоглот. Циклон. Mm-hmm. Циклон. Фу, я не хотел. Все по цене. А он невидимый на реке. Не волны. Только не я. Нет. Боже мой, там кому-то плохо. Данем. Не спрашивайте, в чем он виноват там. Что это за нахер? Это какую-то запись взял или что это? Да. Да. Окей. Да все, тормозите. Ну ладно, еще одну. Там просто раки бешеные. Насливались, походу. Слышь, бешеный рак вообще! Это рак, который пикает инвой, он трайхардит. Он там на конфигах. Рак, который трайхардит. Это Берсут. Ну, Рики Марвин. Вот здесь становимся, нужно. А, нет. Кончились, поехали. Твоя вина. Мы не знаем, сколько мы играем. Да. Я думаю, полчаса уже есть. Я не знаю, я жду, пока ты скажешь.
Ты что, я поставил время, ты ушел, я остановил. Куда? Я никуда не уходил. Ну, за вкусняшками я заходил. А, точно. Но это мы еще не начали. Ну да, но я же поставил когда шутку, ну, в общем, ладно. Димка напорол и рад. Оправдывается, оправдывается. О, есть, слился. Ну ладно, короче, на этом, пожалуй, мы пока закончим, да, наше прохождение. Мы с вами увидимся, как обычно, завтра. С вами были Терентий, Димка и Шестрила. Пока. Всем пока. Ну, пока-пока.